комнату, тогда с выступавшими белыми частями. Но не буду на этом останавливаться. У меня, в общем-то, другая тема. Ее уже объявили. К началу эволюционных потрясений 1917 года Русская Православная Церковь внешне представляла собой внушительную силу. Она насчитывала более 78 тысяч храмов, 1250 монастырей, около 120 тысяч священников, 62 семинарии, 4 духовных академии и тому подобное. Однако авторитет и влияние этой внешне мощной организации были уже в значительной степени подорваны. Уже февральская революция 1917 года сопровождалась целым рядом антицерковных акций, вплоть до нападения на храмы, арестов некоторых архиереев и тому подобное. Она стала социальным детонатором антирелигиозных настроений среди недовольных своим положением слоев населения. И в то же время февральская революция фактически стала и своеобразным детонатором для преобразования самой Русской Православной Церкви, уникальных в истории православия. Уже в марте-апреле 1917 года по стране прокатилась волна чрезвычайных епархиальных съездов духовенства и мирян. В соответствии с их решениями с кафедр были смещены более 10 наиболее скомпрометированных архиереев, избранные церковные советы значительно ограничивали епископскую власть, вводился выборный порядок замещения всех духовных должностей, представительное начало церковного управления, демократизация всей приходской жизни. И эти изменения стихийно шли в русле преобразования, намеченных еще реформами, точнее проектами реформ 1905-1907 годов. Кризис самодержавия пробудил надежды на изменение положения церкви и у государстве и у епископата. Поэтому даже члены Святейшего Синода отказались 26 февраля обратиться с воззванием к народу поддержать монархию. А 6 марта Синод публиковал послание к чадам православной церкви по поводу отречения императора и принял определение обнародования в православных храмах акта 2 и 3 марта об отречении Николая II и великого князя Михаила Александровича, а также о совершении молебствия, о богохранимой державе российской и благоверному временному правительству. Новым обер-прокурором правительства 3 марта назначило давнего сторонника реформ церкви Львова Владимира Николаевича. Но, правда, это была не совсем удачная кандидатура, это был известный своим авантюризмом политический деятель, он сыграл в дальнейшем неблагоприятную роль и во время называемого Корниловского мятежа, переговоров между Корниловым и Керенским, и в дальнейшем поддержал обновленческий раскол в русской церкви, вернулся из эмиграции, ну и был здесь позднее репрессирован. В первые же дни февральской революции был арестован петроградский митрополит Питерий Макнов, и Синод в дальнейшем 6 марта своим определением принял его отставку. Управляющим епархией стал, безусловно, значительно более достойный архипастырь, будущий митрополит Петроградский, священномученик Вениамин Казанский, но не буду сейчас рассказывать его биографию, он очень почитается у нас в Петербурге, несколько храмов посвящено его памяти. А всего из почти 150 архиереев дореволюционного представления около 40 епископов были удалены из своих кафедр. По подсчетам нашей петербургской исследовательницы Фоменковой, архиереи по меньшей мере 35 из 67 существовавших тогда епархий были вовлечены в различные конфликты с центральными местными властями, духовенством или прихожанами. Правда, большинство из этих удаленных архиереев ничем себя не запятнали, были скорее такими случайными жертвами революционных потрясений. Об этом писал и профессор нашей Академии Петербургской Степлинов. Отношения Синода с новым правительством, которое, как и прежде, не желало выпускать контроль за религиозными организациями своих рук, складывались непросто. Пришедший к власти
на волне революции львов стремился как можно скорее освободить церковь от, как он считал, реакционного епископата и иногда действовал диктаторскими методами. По его инициативе Временное правительство издало указ об освобождении всех прежних членов Синода, за исключением архиепископа Сергия Старгородского, будущего патриарха, и были назначены новые, в основном либеральные, по своим взглядам, члены Синода. И этот обновленный Синод принял обращение к церкви о восстановлении принципа выборности епископата, подготовке Всероссийского поместного собора и учреждении предвыборного совета. Важнейшие преобразования происходили на местах в епархиях. Повсеместные епархиальные съезды ограничивали архиерейскую власть, избирали особые советы или комитеты из мирян и клира. Также свои планы преобразования принимали. В общем, везде вводилось коллегиально-представительное начало. Первые выборы архиереев произошли 3 мая в Черниговской епархии, затем в Курской, вторая она была по датировке. А вот 24 мая, как я уже говорил, в нашей столичной губернии тогда избрали петроградского владыку Вениамина, а 19 июня на московскую кафедру был избран архиепископ Тихон Белавин, будущий патриарх. Так что, ну, можно привести другие примеры. На Владимирскую кафедру будущий патриарх Сергий Старгородский был избран, на Харьковскую будущий глава Русской Православной Церкви за границей архиепископ Антоний Храповицкий. То есть, как правило, достойные архиереи вполне выбирались на новые главы епархии. Также 20 июня Синод утвердил временное положение о православном приходе, которое фактически наделало приход статусом самоуправляющейся основной демократической единицы Русской Церкви широким представительством мирян и активизацией их церковной жизни. Но не всегда это выбранное начало, конечно, было уместно. В частности, оно стало проникать даже в монашескую жизнь. И происходил процесс переизбрания насельниками православных монастырей своих настоятелей, что, конечно, далеко не всегда, как вы понимаете, оправданно. Иногда доходило до комических случаев, например, до забастовок самих монахов или послушников. Вот, например, в Александре Невской лавре у нас стоялась забастовка митрополитчьего хора и также братского хора, которые требовали улучшения каких-то экономических условий даже. И выбрали даже с двух своих представителей Петроградский совет. И в газетах того времени появились соответствующие статьи, комическая забастовка и тому подобное. Но это скорее были такие эксцессы, которые сошли на нет уже через несколько месяцев. При этом православное духовенство, конечно, было неоднородное в социальном плане, не только в национальном, и расходилось в политических симпатиях различных групп. Были небольшие даже группы священников, сторонников социалистических партий. В частности, в Петрограде в марте 17 года был образован Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян. Он разработал программу своих реформ, не буду на этом останавливаться. Но подобные радикальные группировки являлись лишь небольшими крайними течениями. Основная масса духовенства была в целом аполитичной, выступала за демократические преобразования в структуре церкви, но не разделяла программных требований социалистических партий об отделении церкви от государства. Кроме того, они рассчитывали на материальную помощь от государства. Эти настроения преобладали уже на Всероссийском съезде духовенства мирян в июне 17 года в Москве. Съезд принял декларацию, которая приветствовала революцию, но в то же время идея отделения церкви от государства была отвергнута. Были высказаны пожелания, что православная церковь осталась первенствующей, и религиозные организации по-прежнему получали правовую и материальную поддержку, а закон Божий являлся обязательным для изучения, и церкви остались локомотивные ей народные школы. И здесь также наметился конфликт с временным правительством, потому что она как раз выступала за передачу 37 тысяч церковно-приходских, церковно-учительских школ
ведении Министерства народного просвещения 12 июня принял такое постановление. Также по поводу обязательности преподавания закона Божьего были трения. Вообще религиозная политика временного правительства отличалась своеобразием. С одной стороны, она много сделала для утверждения подлинной свободы вероисповедания, но в то же время присвоила себе право утверждать решение Святейшего Синода и, получив фактическую самостоятельность, юридической свободы, православная церковь не получила. Первоначально в состав временного правительства входил обер-прокурор Синода, а потом и министр исповеданий. Правда, его должность занял будущий известный историк русской церкви, в общем-то, глубоко верующий человек, он прошел, в дальнейшем в эмиграцию был профессором Свято-Сергиевского института в Париже, но тем не менее, вот такой вот достаточно жесткий контроль на церковной жизни, конечно, не нравился церкви. И завершая свой доклад, поскольку времени немного, хотел остановиться немножко на Всероссийском поместном соборе. Он открылся 15 августа 1917 года в Москве и стал заметным явлением не только общероссийской, но и общехристианской истории, потому что, вот, например, аналогичный собор католической церкви, Второй Ватиканский собор, который как бы приспособил ее к реалиям современной жизни 20 века, произошел только в 1960-е годы в Лютеранской церкви. Подобные церковные совещания проходили в конце 1940-х, начале 50-х годов. А вот наш поместный собор, он сидел почти год, и хотя многие решения были только подготовлены, но не приняты, но даже то, что было принято, в значительной степени опередило весь христианский мир. Собор был не только самым представительным, но и самым свободным, демократичным за всю историю Русской Православной Церкви. В настоящее время в Москве существует специальная комиссия, которая в Новоспасском монастыре, которая готовит издание документов собора. Планируется выпустить 36 томов, но в настоящее время пока 8 томов вышло, в том числе и уже почти завершен, еще не вышел такой колоссальный том, где собраны биографии всех, там 600 примерно было делегатов собора, были и от Курской, естественно, епархии делегаты. Большой труд по написанию всех этих биографий совершается в настоящее время. Хотя собор также, не все члены собора были едины в своей позиции, в том числе и по поводу выборов патриарха. Примерно 10-11% поступало депутатов собора против выборов, но в конце концов, как вы знаете, патриаршество в Русской Церкви было восстановлено. И таким образом, несмотря на тяжелый кризис, в котором российская, как тогда называлась наша церковь, находилась к 1917 году, ей понадобилось очень мало времени, чтобы качественно преобразоваться. Ее потенциальные возможности оказались очень велики. Сразу же после Февральской революции началась бурная активизация церковной жизни. Основная же часть церкви стала выходить из внутреннего кризиса с лета 1917 года, что якобы появилось и в избрании патриарха, и особенно в деятельности поместного собора. В частности, собор успел выпустить уставы новой соборной структуры всей церкви, основанные на началах широкой инициативы, новый устав приходской и тому подобное. В частности, в зарубежной русской церкви вот приходская жизнь строилась уже на основе этого нового устава, принятого на поместном соборе. К сожалению, как я уже говорил, он не успел закончить свою работу в сентябре 2018 года. Он вынужденно прекратил ее из-за преследования большевистской антирелигиозной власти. Но без этого церковного возрождения, преобразования 17-18 года русская церковь, вероятно, бы не выстояла в дальнейшем тех тяжелых испытаний, которые пришлось испытать. Так. Спасибо за внимание. Ага, спасибо, Михаил.